стол накрыт. Падишах пришел покушать. Я ему рыбку приготовила. Зеленушки насыпала. А, стоит разговаривать. Рыбные последствия уберу. Уже время домой идти. Сейчас еще раз прополосну, простерну. Господи, сегодня даже некогда было. Вообще. И развернуться, не повернуться. Одни грязные тряпки. Жара страшная. Кошмар. Людей меньше стало. Люди в отпуска идут. Людям полегче. У кого отпуск? А у кого мыльный растворный пол? Растворимый. Ой. Шериф повесил себе такую салфетку. Кушает. Тут ему что-то бах, в голову зашло. Что-то он вспомнил. Пошел что-то китаёнке сказать. Салфетка эта так раз на морду, как маска налезла. И пошел по коридору, еду оставил, все оставил. Говорю, шериф, ты, говорю, вообще припудренный. Говорю, куда ты пошел? Что это у тебя? Салфетка вместо вентилятора ржет. Мы все тут немножко повернутые. Сегодня у меня такой случай был. Один клиент приходит, смотрит на мои блюда, смотрит на блюда Макдональдса. А первый раз у меня. Говорит, хотелось бы рыбу попробовать. Ты, говорит, туда чеснок ложила? Я говорю, ложила. А, тогда не буду. Я говорю, там чеснока столько, что если бы я сказала, что не ложила, ты бы, говорю, не понял бы, что я его ложила. Пошел в Макдональдс, еще один круг сделал, возвращается. Не, все-таки я хочу рыбу попробовать. Я ему ложу один кусочек рыбы по-лигурийски, он говорит. А что такое? Один кусок это мало, говорит. Я уплачу, говорит, ложи два. Хорошо, ложу два куска. Думаю, блин, ты же сказал, что сейчас на ком не ешь, а тут берешь сразу два куска. Ладно, бог с тобой, бери два. Даю ему еще овощную добавку, все. Добавку на другую тарелку, потому что, говорит, там уксус, масло есть. Я говорю, нет, конечно, масла есть, говорю, уксуса нету. На другую тарелку я уплачу, хорошо. Короче, уплатил, все. Такой, знаете, трошки придуренный, возмущался, что-то ему все не так, то не так, то разнос не так, то еще что-то не так. Просидел он где-то час, я уже закончила работу, все закончила. И тут идет один мужик, который у меня питается, и говорит, тебя тут, говорит, лысый зовет. Я думаю, блин, сейчас плевать начнет в мою сторону или еще что-то. Я такая, ну, блин, иду на раздачу шапок, подхожу, а он сидит за столом, такая балдежная морда такая. По-итальянски это, как это было вкусно. Я говорю, а ты что, говорю, сомневался? Говорю, я готовлю. Ну, мой очередной, понимаете, поклон. Сейчас он пошел, смотрю, взял кофе, так что увидимся еще и с этим клиентом, ребята. Домывают пол, мокрая как мыши, на улице жара, дождя не предвидится, влажность повышенная, в общем. А мне надо поливать огород, потому что дождя не будет. Влажность повышена, но дождя не будет. Так что полетели на огород, вот там помидоры, наверное, уже стоять и ждуть. Ребята, сейчас, если вы от жары не упадете в обморок, не свалитесь на меня, то расскажу вам, какой у нас еще новый закон вышел в Италии. В общем, вчера полицейские принесли специальные такие бумажки для всех баров, распоряжение. С 12 часов дня до 8 утра следующего дня нельзя идти по городу, по коридорам нашей галереи, лишь бы где, нельзя идти и распивать спиртные напитки. То ли это бутылка пива, то ли это в стакане какой-то аперитив с алкоголем. В общем, нельзя. Я смотрю по всему городу, куча полицейских, причем они стоят практически все возле баров. То есть они начали выслеживать. А чё ж вы не приедете на дискотеку, не выслеживаете? Дискотека это ж вообще
отдельный случай. Там мало того, что они на улице это все пьют, так они эти все стаканчики оставляют у меня там на перилах, на барьере. Короче, Аля сегодня даже машину на стоянку не стал загонять. Говорит, я как увидел, сколько их там пьяных, говорит, лазит. Я, говорит, машину поставил на улице. Хорошо, что я приехала, их уже не было. Вот такие вот дела у нас, ребята. Новые законы, представляете? Жара! 29 градусов показывает, но мне кажется, что поболее будет. Ой, кошмар, задохнуться можно. Еду до Алены, заеду. До своей красотуни. Может, какой-то шампунчик подкинет маманьке. Лишний раз покупаться. Надо бы в парикмахерскую съездить, надо чуть-чуть постричься, а то что-то шерстью начало зарастать. Жарко. Да. А тут у них ничего, так прохладненько, хорошо. Ладно, отключаюсь. Заходи. Наливаем. Всем подряд. Там у меня в коридоре окно открыто. Холодный пивасик. С работы взял. Потому что он с холодильника. Так бы пришлось охлаждать долго. Ой, сполоснулась, переоделась. Эй, это моя еда. Мухи летают. Ну не дадут пожрать на улице. Не дадут. Уйди. Уйди, радость. Это моя еда. Все, пошла я в квартиру кушать. Не, это ж надо. Так хорошо пристроиться. Такой натюрморт, да? Такой свежий воздух. Улетела. Хотела вам рассказать. Мой Алессандро в воскресенье крестил свою дочку в церкви. Давайте так скажем, в целом, во сколько ему обошлось там крещение, аперитив они делали в центре города, одежда там для дочери, все прочее, более 1000 евро, там бомбонеры покупаются, специальные конфетки, тортики, в общем, более 1000 евро. Что было прикольного? Мой барист купил новую, ну, такое поло, рубашечку с коротким рукавом, с воротничком, ну, типа футболочка с воротничком, вы поняли, поло, да? И новые брюки. И в итоге пошел в рабочей рубашке крестить ребенка. Говорит, облазили все. Говорит, мою одежду мы, говорит, не нашли. А у него одежды мало. Он говорит, у меня вообще там пару пар джинс и пару рубашек. Все. И то он в последнее время поправился, он ни во что не влазит. И он в рабочей рубашке пошел крестить ребенка. И говорит, вечером, когда уже пришли с крестин, я, говорит, нашел свою новую рубашку. Ну, я, говорит, теперь держи, говорю, ее, когда дочка будет замуж выходить, второй раз оденешь. Ой, как приятно. Ой. Наличие сала, кусочек есть. С пивасиком. Так что такое бывает в жизни. Ребята, красота. Сильно жарко на улице. Сосед у меня не гуамонный, в том доме живет. Все что-то делает. Что он делает? Что жара, что холод, что зима, что мороз, что снег. Все время что-то разгребает, что-то делает. Воскресенье, суббота. Каждый божий день. Салат без масла, без ничего. Просто листья салата. Прикуску с пивом. Обалдеть. Увидимся завтра. В том же месте, в тот же час. Строительные работы забыла вам показать. Видите? Видимо, все-таки забор вверх
раз ширина получается камня. Арматурчик. И вот такая ширина будет между досками. Да, то есть они поднимут этот забор. Поднимут забор и выровняют участок. То он был как бы сгорбленный, и теперь он будет как бы не сгорбленный. Ладно, поскольку поскакала я на огород. Рановато еще. Солнце еще печет. Це не абрикос. Добавлю. В этом году.